Крымские пейзажи, уютные, завораживающие уголки родного полуострова с переплетением старинных улочек и маленьких домиков с черепичными крышами. Известный крымский художник Александр Крапко особое внимание и интерес проявляет к утерянной крымско-татарской старине и архитектуре. В библиотеке имени Гаспринского в Ахмеждите состоялась презентация альбома «Жилища крымских татар». В него вошли основные произведения художника, архитектора, признанного мастера акварельной живописи и графики, созданные в течение многих лет. Инициатором выступила художница Зера Аблязисова. Оно состоит из двух частей. Первая часть идут репродукции работ Александра Петровича. Это около 60 картин. Александр Петрович почувствовал тот Крым, я его называю Крымский Эдем, когда наши карта-дамлар были на чужбине, они как раз-таки, я думаю, вспоминали как раз вот эту картинку. Тот Крым, я его называю еще как этнический Крым, он гармоничный, он спокойный, он очень, как вам сказать, мягкий, душевный. Это когда живописные виды Крыма непосредственно вписывается архитектура крымско-татарского дома. Тот Крым, который потихонечку растворяется в нашей современности. Вторая часть в этом альбоме – это несколько домов, которые он смог зафиксировать, снять обмеры еще в 1986 году. И благодаря этим размерам, которые там зафиксированы, можно будет это восстановить. Со временем тот аутентичный крымско-татарский дом. С помощью кисти мастер передает не только гармонию крымских пейзажей, он показывает самобытность крымско-татарских селений, подробно описывает традиционные дома с элементами этнической архитектуры. В его работах просыпается история и быт, своеобразие национальной культуры крымских татар. Александр Крапко неустанно ищет укромные уголки, нетронутые временем, и стремится сохранить облик старинного Крыма. Это, в общем-то, мечта о потерянном рае. Вот эта культура, эта архитектура, эта среда, которую мы теряем, и среду тоже теряем, мы теряем природу. Это тоже уникально. Так уж сложилось, что жилье – самая уязвимая часть культуры. Те татарские домики, которые мы видели или еще что-то там сохранилось, они уникальны для нашей культуры. Вот. Это очень большое богатство, что они вот как-то сохранились. Вот. И благодаря мне, значит, еще и память есть. Самая древняя работа – это панорама Бахчисарая, написанная из минарета мечети Тахтали-Джами. Это был 79-й год. В общем-то, самая старая работа, которая здесь. Я просто не мог ее не включить, потому что ничего похожего. И там видно, что все крыши еще черепичные. Найдите Бахчисарайскую черепицу. «Жилище крымских татар» – сборник работ Александра Крапко. Своеобразный художественный памятник, который позволяет заглянуть в прошлое, насладиться красотой уходящего Крыма. Высокую оценку работам и трудам художника дали поклонники его творчества и коллеги по цеху. Восторженное отношение к окружающему, в первую очередь, к природе, к материальной культуре коренного народа. И так как прочувствовал, пронес через себя Александр Петрович, сумел понять душу этой земли. И я хочу сказать, что вот эти дома, которые я сам очень много пишу, Бокозе, Коктебеле, в Судаке, Волошинские места, они настолько уникальны. Поэтому на альбоме, и то, что мы выпустили для альбома, это уникальное явление. Очень мало художников, которые имеют свой язык, вот, которых можно узнать без фамилии. И вот к этой когорте, к этим уникальным художникам, Саша, я тебя отношу, и, наверное, все поддерживают. Вот. Спасибо за твое творчество. Спасибо, что ты есть, и поздравляю тебя с альбомом.